У нас знаменитая библиотека. За часовая или за количество? Да. Вот лесенка, чтобы подняться на крышу. А вон люди, которые мне мешают снимать. Мы, конечно, пришли осенью, и тут не так эффектно. Места, где можно отдохнуть, почитать какую-то книжечку. Вот, можно посмотреть на такой штучке. Нагоет. Стоит это всего лишь 2 злотых. Опа. И вид тут, конечно, красивый, что посмотреть. Вон Прага. Полудня, по-моему. Вот. И это все на крыше. Мы проходим над крышей библиотеки, но тут ничего, в принципе, там не видно, нас, наверное, только видно. Ну, просто не закрывается, поэтому... Трава на крыше. Национальный, по-моему, называется, или как-то, да? Может, и не национальный. Не, не мост, стадион. Да. Вон. Сегодня эта терраса, скажем так, закрывается. Потому если кто-то посмотрит видео и захочет сюда пойти, не идите. Сегодня 30-е. Не знаю, видно, там внизу библиотека, читают люди. Вот такое, тут, наверное, летом прикольно. Ну или весной. Места для влюбленных.
Девайс, там люди сидели. Сюда лучше все видно. Вот, кстати, музей Коперника. Мы туда тоже сходим, но чуть попозже, когда мне сделают поездной. Вернее, не поездной, легитимации. Вход там, по-моему, 25 злотых. Обычный. Вот там стадион. Так, все миленько. Крыша в библиотеке. Так тоже красивенько. Спускаешься. Симпатичный домик, не знаем, что это. Табличка о том, что тут глубина 1,8 метра, чтобы кто-то не захотел охладиться. Такие уютные места. И выход.